Фестиваль «Факел» в культурной жизни газовой компании – явление грандиозное. В 2025 году его зажгут в 10-й раз. Яркому финалу предшествуют отборочные состязания на местном и зональном уровнях. Творческие коллективы и солисты домов культуры «Прометей» и «Юбилейный» боролись за право представлять нашу компанию на отраслевом празднике. Удачи им пожелал председатель жюри Андрей Тепляков. Надеюсь, мы получим сегодня вместе удовольствие ни пуха, ни пера. Выступления конкурсантов жюри оценивало в трех возрастных категориях – с 5 до 10, с 11 до 16 и с 17 лет и старше. В программе традиционно несколько номинаций – народная и эстрадная хореография и вокал, оригинальный жанр и изобразительное искусство. Критерии оценки тоже неизменны – техника исполнения, актерское мастерство, костюм, самобытность, постановка, неординарность в решении художественных задач. В этом прелесть и сложность конкурса «Факел», что у нас есть только один шанс, у нас есть один номер, с которым мы можем показать, в котором мы можем показать все, что мы умеем. Поэтому номер должен быть интересный, емкий, он должен быть номером-сюрпризом, чтобы захватить внимание сразу и завоевать сердца и зрителей, и жюри. За кулисами обычная предконкурсная суета и сияние на сцене. Именно так выглядит упорная борьба за участие в престижном конкурсе. Поехать туда хотят все. «Факел» – это конкурс высшего уровня, где собираются творческие люди, работающие в «Газпроме». Ну, просто сам проект, он грандиозный, большой и важный. И победить там очень престижно для артистов. Ну, потому что это очень круто, и потому что мне будут аплодировать, подарка. Много будет. «Факел» – это такой фестиваль, который собирает огромное количество людей, и создается такой положительный мегамощный эгрегор, который всех питает. Там не увидишь людей, которые грустные, которые ходят с недовольным лицом. Там все улыбаются, все счастливы. Это настолько здорово. Там нужно побывать. И один раз побывав, уже понимаешь, что да, туда нужно стремиться и еще раз, и еще раз. В этот раз творчество самодеятельных исполнителей оценивали и профессионалы. Вокалистка Этери Бариашвили и танцовщик Ильдар Гайнутдинов, участники Надымского благотворительного образовательного проекта «Академия талантов». Эксперты дистанционно заполнят оценочные листы и дадут артистам полезные рекомендации. Мы же все-таки ориентируемся на высокую планку. Мы стремимся к тому, чтобы было лучше и лучше. А кто может лучше определить, достигли мы уровня какого-то или нет? Это, конечно, профессионалы. В отборочном туре было представлено 48 номеров. На сцену вышли 259 артистов из 25 коллективов. 20 рисунков представили юные художники домов культуры. Победители поборются за выход в финал престижного конкурса. Мы сегодня пришли поболеть за моего брата, за Чернеца Владислава. Он поет в коллективе «Рождество». Вот. Хочется, чтобы отборочный тур был пройден данным коллективом, чтобы все у них получилось. И они съездили и одержали еще и на «Факеле» победу. «Факел» – это возможность для работников газовой отрасли и их детей проявить творческие способности, зарядиться позитивом и положительной энергией, внести яркие краски в палитру рабочих будней.